Друзья, спартаковцы, наконец мы дома! Ура! Леня, спасибо! Без малого 100 лет мы мечтали об этом событии, и оно произошло. Давайте сегодня скажем спасибо, поаплодируем тем людям, без которых это событие бы никогда не произошло. Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, благодаря которому мы получили это событие. Мэру города Москвы, господину Собянину, который всячески поддерживал нашу стройку. Спасибо ему огромное. Ну и, конечно, министру спорта господину Мутко, без энергии которого, без того, чтобы мы получили право чемпионата мира 2018 года, это никогда бы не произошло. Спасибо вам всем за терпение. Спасибо за то, что вы сегодня с нами. И давайте, сегодня будет праздник. Сегодня будем только позитивны. Сегодня будем только радоваться происходящим событиям. И давайте не забывать, что здесь уже через 3 года будет Кубок Конфедерации. И затем чемпионат мира 2018 года. Ура, Спартаку! Дорогие поклонники футбольного клуба «Спартак», дорогие друзья, поздравляю вас с большим великим событием в истории замечательного клуба. Московский «Спартак» приобрел свой дом. Я хочу поздравить вас. Это очень важно, ибо за 4 года у самого популярного клуба страны появился свой дом. И здесь через 4 года пройдут матчи чемпионата мира. Надеюсь, мы увидим здесь много ярких, зрелищных матчей. Замечательной команды «Спартак», сборной страны. С праздником вам и успехов! Ура! Леня поддал уже, блядь, чувствуется.